Вау, что-то... Чё за... Ах ты! Нет, 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 нет. SCP-087-B is a building with highly unusual properties. When two or more subjects enter, it appears to be an empty room with concrete walls and a large metal door. Subjects who have entered SCP-087-B alone have described seeing a dark, brick-walled hallway at the wall opposite to the door via radio. Radio signals seem to weaken extremely fast inside the object. Opening the door becomes possible after the subjects have passed Floor 7. None of them has returned, and no further contact with them has been established. Here we are. Get in there and follow the instructions from the intercom, and you'll probably be fine. You are now inside the SCP-087-B. Please proceed with caution. Привет, народ! С вами Саня. И мы продолжаем играть в SCP-087-B. Это Extended Edition версия .3.1. Она стоит того, чтобы на нее посмотреть. Как вы видели, в игре появилась интро и даже новая озвучка. Кстати, мне кажется, или кирпичи немножко стали темнее. У них совсем другой цвет. Более мрачный. А еще появился, как вы слышите, Ambient. Совсем другой. Второй этаж. Ну давайте посмотрим, чем нас удивит Extended Edition версия 3.1. Очень интересно. The radio signal seems to be getting weaker. Keep going. Keep going. Продолжай идти, да? Ага, сейчас. Ну. Нам никуда не деться. Придется. Все ниже, ниже спускаемся. Блин, я назад хочу спуститься. Назад вернуться. Удачи он еще пожелал в конце. Ну, спасибо. Пока что мы просто спускаемся, ничего не происходит. Седьмой этаж. О! О! Старая добрая музыка, да ладно. Старые добрые звуки. Все вернулось на круги свои. Только кирпичи, конечно, те же самые. Темные. Яркость я сделала на максимум, потому что, зная наш любимый YouTube, он затемнит видео. Ой, бля! Вы что, охренели? Это всего лишь девятый этаж. А меня уже... Воу-воу-воу-воу! Воу! Спокойствие, только спокойствие. Чё за... Так, здесь... Нифига себе. Вот это развилочка. Так-так-так-так-так. Да ты... Серьезно, что ли? А куда мне тогда идти? Стоп. Сюда? Пожалуйста. Чтобы это был... Ага, понятно. Значит, сюда. Нет. Да ладно, блин. Я не знаю, куда идти. Сюда? Нет. Сюда? Нет. Так и упасть можно, если не смотреть под ноги. Стоп, я по кругу хожу. Чё это я? Давайте вернемся на... Вот. Девятый этаж. Так, значит, начнем отсюда. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Идем дальше. Теперь здесь. Здесь нет. Смотрим здесь. Нет. 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 Смотрим здесь. Нет. А, вот, 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 вот. Нашли, наконец-то. Десятый этаж. Обычный спуск. Обычная старая добрая комнатка, которую я очень хорошо помню.
О-о-о. Старый добрый звучок. Знаете? Тихо, тихо. Спокойно, чувак. О, даже крик был. Да успокойся ты. Так, ну это понятно. Это как была маленькая такая комнатка. То же самое, только это побольше. Это мы помним. Это мы хорошо запомнили. 15-й. Так. А, снова то же самое, да? То же самое, скорее всего. Нет, здесь тупик. Здесь тоже. Куда нам идти? Скорее всего, сюда, да? Нет. Черт возьми. Я потерялся. Здесь тупик. Так, здесь тоже будет тупик. А здесь? Где этот гребаный спуск? Вот он. Наконец-то. 16-й. Ладно. Да опять... Да вы что, издеваетесь? А, ну тут все понятно. То же самое. Рандом не был, к сожалению. И наши глазки, которые делают... Да. 18-й. Воу! Воу-воу-воу-воу! Вот смотрите, смотрите, как он идет. Ух ты! Пока, мужичок. Как вы слышали, музыка немножко длиннее стала. 19-й. Замечательно. Опять то же самое. Вы что, с ума сошли? Так, нет, я мог бы прям сейчас упасть. Это было не смешно бы. Что за комнатка? А, я эту комнатку помню, помню. Оу, старый знакомый. Старый знакомый вернулся, и это замечательно. Как же мне его не хватало прям. Оу, тихо. Что ты там уронил, братишка? Не надо так. Снова этот звук. Ты меня не напугаешь. Нет, 27-й. О, как же я... Так, мы будем читерить. Нам сюда, отлично. Извиняйте, но просто я хочу пройти игру полностью. И посмотреть, какой же здесь конец. 28-й. О, странно. Он как первый раз нас напугал, больше не появлялся. Меня это настораживает. Да ладно, что-то скучно стало. Идешь. Уже начинает надоедать. Я уже думал, что... Вау, что-то... Что за... Ах ты! Нет! Вы что, с ума сошли? Охренеть! Это что нафиг было? Это что было? Я такого еще не видел. Вы видели это? Он прям по лестнице пошел. Посмотрите на это. Офигеть. Вот это я понимаю мод. Спокойствие, только спокойствие. 36-й. Ну, это понятно. Здесь мы понятно, как пойдем. Обычная комнатка. 37-й. По стандарту. Так, эту комнатку мы тоже с вами знаем. О! 38-й. Так, главное смотреть на него. И не отводить от него глаз.
И спокойствие, только спокойствие. Только спокойствие, не спешить. Тихо, я смогу тебя пройти. Я смогу это сделать. Тихо, тихо. Ага. Я тебя не вижу больше. Уходи. Черт, я боюсь обернуться, что он за мной побежит. Все, пошли. Ух, я смог. Так. Нет, 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 нет. Черт. Беги, тварь. Беги, пожалуйста, беги, 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 пожалуйста, я не хочу умирать. Я не могу, я не хочу умирать. Просто не хочу, я смог это сделать. Ух. Сорок первый, окей. О, опять эта локация. 42-й. Так. А, да, все по стандарту. Вроде бы как. Нам нужно с вами... Не сюда. И не сюда. Хм. Саня потерялся, помогите ему. Да чё ж я одной и той же дорогой иду? Да что это такое? Почему я опять теряюсь? А, нет, я пошел дальше. 43-й. Ах да, это мы знаем, как проходится. Да-да-да. Отлично. Стоп! Остановись! Он хочет, чтобы я остановился. Он мне что, угрожает уже? Нет! Это я тебе должен угрожать. 47-й. Агент 47. Где мой Хитман, кстати? Эй! Хитман! Походи! Погуляем. 48-й. Чё это за... А! Понятно. Я уже испугался немножко. Мурашки прям по коже пошли. Это просто спичечка потухла. Хм, как-то долго она горит, если честно. Или может это свеча? 49-й. Это не смешно. Так. Вы это слышите? Музыка сменилась. Она более страшная стала. Черт возьми, мне... Воу! Страшнее стало намного. Эй, не надо так. Пожалуйста. Черт возьми. Как же стремноват. О нет, 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 только не сейчас. Не надо выходить. Он не вышел, отлично. Блин, как же жутко. Вот эта музыка просто давит на уши, и тебе просто... Лично мне сейчас в наушниках лучше смотреть это в наушниках, потому что... Чёрт, это так... Чё это было? Вы посмотрите на... Что здесь произошло? Офигеть! Офигеть просто! Вау, 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 куда мы попали с вами? Нифига себе! К черту, нужно выбираться отсюда. Нужно уходить. 54-й. Опять эти плиточки. Блин. У меня прям сердце колотит. 55-й. Тихо, тихо. Ты не сможешь сломать меня.
Не сможешь. Не сможешь. 56. Ох, как же стрёмно-то, а? Давайте мы. Игра, прекрати. Вау, какой лак... Столик. Вау. Может, мы еще встретим 173-го? И дедульку. Чё за нафиг? Чё это? Нет! Нет! Попытка вторая. Оп, что-то будет по-новому. Некоторые вещи никогда не меняются. Сам пошутил, сам посмеялся, да? Воу. Воу-воу-воу. А, ну иди. Мы увидели, как он появился. А я уж-то думал, что он нападать будет. Обидка. Обиделся на монстра. Эй. О. А где он? Блять! Беги. Он теперь появляется сзади? Что-что, этого я не ожидал, что он будет прям сзади идти. Ох, умная сволочь-то, а? Умная сволочь, блин. Не будем мы спешить, будем идти. Не будем мы идти на него. Тихо. Не стоять. Тихо-тихо. Тоже мне, блин. Я боюсь, на самом деле, снова обернуться, потому что он такая сволочь. Сейчас мы спустимся. Уйди. О. Я уже немножко испугался. Черт, бежим, опять бежим. Чё-то мне все равно стрёмно. Беги, давай беги, беги, я сказал. Помню, как в прошлых версиях я не мог так быстро пробежать, потому что я тогда затупил. Это было стрёмно. О, вот оно, мы дошли до этого. Вот это уже начинается. Вот оно. Вот где сам ужас. Вот к этому ужасу мы шли долго. Второй попыткой. И здесь более страшней. Черт, я повторяюсь. What the fuck? Что? 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 Не-не-не-не! Не надо. Черт, я хочу уйти. Я хочу уйти! Я не хочу оборачиваться. Нет, я не хочу. Нет. Я ничего не вижу сзади. Ай! Суки, блядь, дайте мне пройти, сука! Это чё за нафиг был? Это был конец или нет? Я не знаю, в предыдущий раз было все по-другому. Кто-то мне объяснит, блин, а? Что это было? Как мне обойти эту сволочь, а? Знаете, что бы я сказал бы так, если бы так подошел к этой стенке? Так. Эй, здесь кто-нибудь есть? Нету тут никого. Ну нахер! Откройте, суки! Суки, откройте, блядь! Ну, клыжу, может... Чё?
Черт, здесь ручки нет. Да вы сволочь, я вижу.